Цель пассивного дохода 1000 рублей в месяц купонами достигнута. Можете меня поздравить. Когда-то я эту цель ставил. Если быть точным, наверное, в конце 2023 года, уже осенью я сказал, что в 2023 году нужно сделать минимум себе 1000 рублей купонами в месяц. Спустя почти год, сейчас у нас тоже осень, получилось добиться данного результата. Как говорится, то ли еще будет. Будем идти бить следующие рекорды. Это 2000 купонов в месяц. Хотелось бы, конечно же, 5000 купонами в месяц. Пока ставка реально высокая, можно это реализовать с минимальными усилиями. Сейчас очень многие облигации с постоянным купоном с дисконтом продаются, и тем самым можем больше купить, зафиксировать хорошую стабильную доходность на очень долгое время. Чем я пользуюсь? Многие выбирают флоутеры, но я считаю, что на постоянном купоне можно больше заработать. Мы запишем отдельное видео и поговорим про это, почему на постоянном купоне можно больше заработать и почему именно я покупаю облигации с постоянным купоном. Но спойлер, потому что там не нужно будет думать о выходе из облигаций, платить потом лишние комиссии, плюс ты получаешь стабильный прогноз купонный доход. И на эти деньги ты можешь рассчитывать, допустим, скупать акции, там, не знаю, выводить на жизнь, там, на хлебушек, на что-то еще. Меня больше устраивает, чем нежели плавающие купоны, хотя в данный момент, возможно, у них есть и преимущество. Но если заглянуть в долгосрок, как говорится, есть сомнения, но окей. Как говорится, каждому свое. Если вы еще, друзья, не разочаровались в инвестициях на фондовом рынке, то сейчас есть отличное предложение от Альфа-инвестиций. Вы можете получить до 5000 рублей на свой брокерский счет. Как получить денежки, сейчас я вам все расскажу. Дарим до 5000 рублей каждому. Просто открой брокерский счет для инвестиций. Как получить деньги? Нам нужно открыть брокерский счет и пополнить его любым удобным способом. Далее купить любые ценные бумаги на сумму от 1000 рублей до 30 сентября включительно. Возможно, акцию продлят, возможно, нет. Может быть, продлят, но условия изменят. Не знаю, вы получите деньги. 5000 рублей, если вы новый клиент банка, и 2000 рублей, если вы действующий. И здесь вот можно будет заполнить вот такую анкету, самая простая, открыть брокерский счет. Я считаю, что здесь выхода все равно есть. Вы тратите всего лишь 1000 рублей, а получаете от 5 до 2000 рублей. А как говорится, лишние деньги не бывают. Переходите по ссылке в описании, открывайте свой брокерский счет и получайте до 5000 рублей. Важно перейти именно по ссылке в описании и открыть брокерский счет по ней, иначе вы не получите денежки на свой брокерский счет. Хотелось бы также вспомнить то, что Центральный банк поднял ставку до 19%. Многие прогнозируют, что в октябре он поднимет до 20%. И сейчас индекс облигаций находится на мощнейшем дне. Мы сегодня заглянем в индекс облигаций и посмотрим, как себя вел индекс облигаций. Там ничего такого, как всегда. Привычные отскоки, где инвесторы думали, что они вот поймали дно, и как всегда прогадались, и рынок пролился, и, может быть, эти же инвесторы тут же начали скидывать облигации. А может быть, засели, как говорится, конкретно. И теперь их портфель просел. Я же продолжаю покупать не спеша, и я понимаю, что у облигаций есть у нас возможность обесценения, и с ними нужно аккуратнее. Это у нас не акции. Про акции еще раз говорю. У меня уже записан ролик, руки все никак не доходят. Почему только акции спасут нас от инфляции? Очень классный такой будет детальный ролик. Кстати говоря, доходность по УФЗ сейчас действительно уже доплюнула до 18%. Да, пока что это отстает от ставки ЦБ, и, как я ранее сказал, депозиты у нас, конечно же, выигрывают и накопительные счета, но это не отнимает того факта, что облигации действительно на сегодняшний момент имеют рекордную доходность в истории современной России. И этим, друзья, нужно пользоваться. Я в том числе пользуюсь, буду сегодня докупать приличное количество облигаций. Давайте начнем с индекса, как всегда. Гособлигации, ОФЗшек, и посмотрим, у нас на сегодняшний момент индекс находится на самом дне. Вот здесь вот был, короче, позитивчик. Как всегда, инвесторы думали, что будет разворот. Не знаю, чем инвесторы думают и мотивируются, когда риторика ЦБ давно уже жесткая. И вот здесь вот подобные тоже у нас были отскоки. Но в конечном итоге индекс все ниже и ниже. И неудивительно, что он может быть еще ниже. Ставку ЦБ поднял у нас до 19%. Скорее всего, будет 20%. Может быть, здесь 20% уже и заложено. Сложно пока сказать. Но 21-22% я сомневаюсь. Если посмотреть, давайте отмотаем подальше. Сентябрь, даже за последние 5 лет, видите, индекс у нас на самых низких значениях. ЦБ нам дает возможность зафиксировать отличную доходность. Единственное, вот 21 марта, по-моему, было это самое нижнее было падение. Но не исключу, что мы перебьем вот этот рекорд мартовский 22 года. Если риторика такая продолжится, ставка будет повышаться. Тут-то была ставка 21, а пока 19. Ну, а может быть, у нас будет и 22 в 2025 году. Неизвестно. Я буду не спеша покупать небольшими долями, потому что облигации имеют свойство обесценения. У меня был до этого ролик, я там детально рассказывал эту стратегию, что можно дешевле купить и не надо никуда спешить. Могут быть вот такие вот отскоки, все ниже, ниже и все дальше и дальше. И мы перебьем этот рекорд. Такой момент. Сегодня, по-моему, 24 число. Завтра очень много выплат. У меня по ФЗшкам,
я это чуть-чуть сейчас позже покажу в кабинете, и я планирую закупиться сегодня, прямо после записи этого видео, конкретно УФЗ-шек, потому что в сентябре месяце у меня еще не было вообще покупок. НКД сегодня не будет, так, сегодня 24 число, а выплата 25, я как раз таки затарюсь. Давайте сейчас посмотрим вообще доходности УФЗ-шек в связи с падением этого индекса, и, как говорится, то ли еще будет. А доходности здесь, конечно же, очень хорошие, так же, как и на вкладах и накопительных счетах. У меня для диверсификации есть и накопительные счета, конечно же, и вклады, ну и подкупаю УФЗ. Но сейчас более агрессивно я покупаю акции, я уже до этого объяснял, потому что УФЗ-шек я много до этого набрал, а акции были дороговаты. Сейчас, конечно же, аппетит у меня проснулся к акциям, ну и про облигации я тоже не забываю, потому что диверсификация наше все. Вот мы находимся на смарт-лабе, здесь удобно все смотреть. Здесь выставил фильтр то, что купонная доходность высокая. Как вы видите, здесь, понятно, с переменным купоном флоутеры, они больше всего дают, но меня немало интересует, потому что я считаю, что на ПД можно больше заработать. Запишу как-нибудь, все обещаю, почему я беру только УФЗ, а не корпоративные облигации. Тем для контента много, но реализация время не очень-то и позволяет мне. Ну, сейчас, может быть, зимой будет попроще, увеличу количество контента. Значит, на сегодняшний момент, если посмотреть до погашения, у нас где-то от 16 в среднем, и я вот даже видел, вот до 18%, представляете, до 18,5 сейчас есть. Там, где 18, там в основном вот короткие и средние. Те, которые подлиннее у нас, которые мне интересны, здесь у нас доходность 16, довольно-таки неплохая. И то еще будет. А что, если здесь будет 20? Все может быть, потому что инфляция пока не останавливается. Причины все эти мы понимаем. Люди потребляют, зарплаты растут. Минфин очень много тоже нагоняет инфляции. Правительство еще поднимает инфляцию. Очень много факторов. Поэтому будем смотреть. Там ЦБ вроде бы как планирует с Минфином вместе как-то взаимодействовать, чтобы сбавлять инфляцию. Посмотрим, что у них получится. Значит, по купонной доходности у нас пока что здесь в районе 15-14. Ну, грубо возьмем от 13 давайте до 15. Хорошая доходность, которую можно зафиксировать. Это с учетом того, что мы еще можем сразу же сэкономить на теле. Вот эти сэкономленные деньги на теле, да, допустим, даже те же самые 20 рублей. Вот в этой УФЗ-шке 246, например, мы можем сразу же перенаправить, допустим, в другую облигацию или в другую акцию. Тем самым увеличить сложный процент. А уже когда она закончится, допустим, через 11 лет, если у нас хватит терпения, мы еще получим и бонусом эти денежки. Ну, либо если она отрастет, вы можете их продать и зафиксировать. И плюс еще у вас есть ЛДВ. Очень выгодно вот такие ПДшки покупать. Но об этом мы еще поговорим в отдельном видео. Еще здесь, ну, можно получать стабильные выплаты и не париться о том, что нам нужно куда-то там перекладываться. И на них покупать, например, дивидендные акции, ну, или те же самые облигации, пока не стоят дешевле. Сейчас как раз таки мы перейдем, я достиг цели, как, про которую ранее говорил, 1000 рублей купон в месяц. Может быть, в следующем году я уже смогу добиться и 2000 купон в месяц, а может даже к концу года 5000. Регулярно буду покупать облигации. Другой вопрос то, что какая будет на них цена и как будет долго ставка. Если они начнут, конечно же, стремительно расти, то я аппетит на них подуменьшу. Сейчас я их покупаю, но тоже не агрессивно, потому что я понимаю, они могут быть еще ниже. Поэтому лишние деньги тоже тратить не хочется, потому что сегодня она стоит вот 80 рублей, да, а завтра она может быть будет стоить 75. И нафига мне переплачивать 5 рублей, да, за каждую облигацию. А если я куплю 10, это уже сами считайте, получается переплата. Плюс буду стараться покупать, где у нас не будет НКД. Давайте сейчас перейдем в мой кабинет. Я вам там сейчас покажу календарь, где мы посмотрим мой ежемесячный пассивный доход по купонам. И я вам покажу то, что он достиг 1000 рублей в месяц, что не может не радовать. Вот мы зашли в мой календарь выплат. Сейчас, видите, три ближайших события. Я получу 891 рубль 59 копеек. Вот видите, по каким УФЗ-шкам. И вот это будет завтра, 25-го. И, соответственно, вот эти облигации я буду рассматривать. Тут 244 очень интересная. Сейчас их покупать буду после записи этого ролика. До этого у меня еще было несколько выплат, поэтому здесь неполная получается сумма. Поэтому здесь 1000 рублей она есть у меня за этот месяц. Также здесь в календаре у меня в разделе фильтр указаны только купоны. Значит, календарь будет считать только купоны. Поэтому давайте сейчас посмотрим, что у нас будет в ближайший год. Пройдемся по году и посмотрим купоны выплаты. Начинаем мы с сентября, значит, октябрь. Видите, 1482 рубля. Цель здесь выполнена. Здесь, сразу скажу, налог не учитан. Но если даже мы возьмем налог, здесь все равно будет 1000 рублей. Ноябрь. Здесь тоже 1500. Цель моя выполнена. Декабрь. Вообще 2500. В будущем ставлю цель на 2000 минимум купонами. Вот видите, в одном месяце, в декабре, она уже реализовалась. Потому что тут 238 топовая. Видите, мне только 1239 рублей. У меня их 35 штук больше всего. Будем тоже к декабре докупать. Может быть, даже и до 50 добивать. Посмотрим. Теперь январь. Вот, видите, январь у меня это единственный месяц. Пока что. Сейчас посмотрим дальше. Насколько я знаю, провальный месяц. Здесь, видите, всего лишь у меня пока что 397. Я считаю, что цель у меня достигнута. Ну, как бы один месяц, это, ну, я особо не считаю. Основная цель достигнута. Я думаю, то, что январь я тоже добью в ближайший вот этот осенний период. Сейчас посмотрим, какие тут облигации. Тут, по-моему, просто слишком такие короткие, не совсем длинные. Надо посмотреть. Буду их тоже добивать после выплат. Выплат, которые здесь есть, январские, январе, может быть, я их тоже добью, увеличу. И уже в следующем году здесь тоже будет уже минимум 1000 рублей. Февраль, видите,
видите, здесь 1000 рублей есть. Если взять налог, может быть, чуть-чуть не дотяну, но, скорее всего, там 100 с лишним будет, должно быть 1000. Значит, март 1800 здесь цель есть, апрель 1200 цель есть. Сейчас здесь уже пойдем по кругу. Здесь 1500 в мае есть, в июне 2500 вот есть. Но мы уже пошли по кругу, так как они 6 месяцев платят. Но все равно, вот видите, июль тоже просадка. Вот, получается, январь, июль, это и есть у меня просадка. Дальше август, это как раз будет год, сентябрь. Вот у нас сейчас сентябрь. Вот за год он мне показал то, что, видите, цель моя достигнута. Это не может не радовать. Надо ставить выше цели, увеличивать свой пассивный доход. Чем мы будем заниматься? Не только в акциях, но и в облигациях. Это разные классы активов. И в депозитах тоже желательно. В общем, нужно держать, как говорится, руку на пульс. Давайте перейдем в мой портфель. Сейчас посмотрим коротко, что там в портфеле происходит. Вот он мой портфель облигаций. Вот так он выглядит. У меня очень много разных УФЗ-шек. Это позволяет мне получать ежемесячно по 1000 рублей, как вы видели ранее, купонов в разные сроки. Кто-то говорит, лучше взять всего лишь 6. Мне так тоже, как говорится, неплохо. Плюс здесь есть и короткие, и длинные, разные. Надо, конечно, побольше коротких, хотя бы 5 или 6 летки взять. Здесь у меня очень много длинных УФЗ-шек. Уверен, в государстве России. Сейчас обстановка другая. Я уже про это говорил, потому что я думаю, что они выплатят. Хотя некоторые опасаются ФЗ-шек, начитали ужастиков про 90-е, типа будет дефолт, но тут каждому свое. Кто-то вообще с рынка бегит, все продает, на депозитах себя прекрасно чувствует. Кто-то, может, квартиры сдает, и он вообще далек от фондового рынка. Каждому свое. Не забываем про мой телеграм-канал. Вот сегодня только что выложил сделки, которые я делал недавно, пару дней назад. Вот, покупал исключительно акции. Также загружаю сюда свои ролики, ну и поищу различные новости. Подписывайтесь, чтоб нам не потеряться. Мало ли что, будет у нас с Ютубом. Живем в непростое время. Ссылки в описании и в первом закрепленном комментарии. За все время, видите, мой портфель проседает на 18 тысяч рублей или 10% с половиной. Доля облигаций, видите, у меня 15%. Довольно-таки неплохо. У меня цель минимум 20%. Но тут с учетом того, что акции очень сильно попали, и облигации, получается, доля чуть подросла. Хотя облигации тоже заваливаются, но они не так заваливаются, как акции. Сейчас акции, например, начали отрастать, возможно, доля уменьшится. Но все равно по чуть-чуть доля увеличится. Сегодня сейчас после записи закупки сделаю. 1005 примерно. На 7. И чуть-чуть доля еще, возможно, подрастет. Видите, в основном все УФЗ-шки у меня здесь в минусах. Только вот 26-222 в плюсе, так как через 22 дня погашение в следующем месяце. Тут у меня 7 штучек, отлично. Эти 7 штучек еще докупим. Остальные, видите, в минус. Самый длинный, вот 15-летка минус 1300. А здесь получается 16-летка минус 1238. Хотя она отросла, она была еще ниже. 218. Здесь, 6-летка, но почему-то тоже в приличном минусе. Ну, вот все длинные. Хотя вот 241, видите, 8-летка, тоже в хорошем минусе. Больше всего минусует вот 241 и 1900 по 243, 13 лет. Вот так вот. 247 и 248 здесь небольшие убытки, потому что это свежие, недавно Минфином выпущены. Я их недавно покупал. Планирую, кстати, тоже подкупить еще их. Тут они у меня на пробу. И 246, кстати, тоже здесь у меня их 3 штуки. Это вот 3 нижние, это более такие новые. У них высокая купонная доходность изначально, но к номиналу они торгуются не так-то уж и низко. Вот давайте посмотрим, допустим, 246. Видите, продолжу. Не забывай тоже про облигации. Цель есть, 1000 купонов. Считай, что сделал. Идем на 2000 и увеличиваем портфель облигаций. Ну и не забываем про акции. И самое главное, не спеша, без фанатизма, потому что обстановка у нас непростая. И, кстати, давайте напоследок заглянем в историю купонов тоже. Выплат только уже очищенные от налога. Вот, в ближайшие, получается, 6 месяцев меня ожидает 8877 рублей. Видите, вверху у меня, получается, купоны, фильтр. И вот, ближайшие события, вот, буквально завтра я вот уже получу где-то 800-900 рублей. Я вам ранее это показывал. Здесь уже выплаты очищены от налогов. В октябре у меня тут будет тоже, видите, много разных купонов. В ноябре, получается, и вот декабрь сочный, мы про него раньше говорили. Ну и вот так вот ежемесячно по чуть-чуть мне будет капать пассивный доход. Будем увеличивать вот эти цифры, которые у нас во вкладке ожидается в течение 6 месяцев. Пишите в комментариях, сколько уже у вас купонный доход ежемесячный. Кто-то говорил, что у них уже и 3-5 тысяч рублей в месяц. Это отлично. Поздравляю. Также не забываем про лайкосик данному видео, потому что УФЗшки у нас рулят, и данный контент реально интересен. И плюс я всегда показываю свои результаты, а это, может мотивировать. Я не просто так рассказываю здесь, как говорится, и лью воду.